Всем привет, с вами Ватчмайкакс, и сегодня я пилю тутор на Форест Магадана. Итак, чтобы хорошо играть Форест Магадана, нужно знать одно простое правило. Правило номер один. Оффа для пидоров, донатеров, бомжей, читеюк, аимботеров, фхшников, богоюзеров. И чтоб вы не думали, что я пиздабл, сейчас я уебу этого БМ-ханта. Я ж батька. Пока этот хант включает читы, я тоже сделаю вид, что багаю перса. Он засал. Вот бля, ахуебок. Что я вам и говорил, он читок, саны. Поэтому ливаем софа и заходим на пиратку. Это должна быть котовская пиратка. Так как кота это самый лучший яден. Создаем себе мага. Все скилл пачаны берут либо хуманов, либо андедов, ну а мы чем хуже? Проявим индивидуальность. Создадим себе карлик носа. Шаг второй, нужно придумать ник, который будет выделяться из всех остальных. Так, хуй пиу пиу зеикс. Шаг третий, выбор талантов. Так как мы Форест Магадан, берем себе ликвидацию. Самое главное в Форест Магадане, то что мы не должны качать дерево. Дальше качают таланты только раки. Итак, поскольку мы маг, мы должны быть качками, ведь маг звучит брутально. Берем себе любой шмот, главное, чтобы гнезд было больше. Камни ставим на сил. Вы спросите, почему же на сил? Я вам отвечу, это все из-за того, что топ ДПС от Форест Магадана, автоатака. Шаг четвертый, самые полезные скиллы мага, ледяное копье. Просим рандом бича дать нам тест. Включаем автокликер так, чтобы наш Магадан бил ледяным копьем. После того, как мы соовнили эту суку, пишем «соси», «но», «рак», «лох», «пидор», «хуйло», «обоссан», «топ магм». Шаг пятый, арена, самый лучший сетап для Форест Магадана, это он сам. Находим себе бича, который будет с нами играть без войса. Сливаем все КД во флагруме как батьки. Дадим этому нубу пару советов. Сейчас мы точно затащим, ведь мой наб у меня учился играть. Слышь ты, рак ебаный, ледяное копье по фокусу кидай, днище, и не забудь автокликер. Ах ты, сука, маг, уебок, иди учись играть, почему меня бьют, сука, рак. Если вы проиграли, то посылайте вашего НАПА. Он дно ебаное рак обесайны. Всем спасибо за просмотр, оставляйте свое мнение об этом туторе в комментах. Всем гладов.